Я вас всех приветствую, дорогие друзья. Мы с вами, как всегда, на MyCSGO. Хочу вам напомнить о своем личном промокоде DENERS, который дает вам плюс 35% пополнению. Именно вводите его сюда, после чего пишем сумму, например, 1000 рублей, пополняется на 1350. То есть плюс 350 рублей на халяву. 5000 пополняете, 1750. А если десятку закидываете, то уже 3500 на халяву. Не забывай активировать данный промокод. Я напоминаю то, что все ссылочки, как всегда, будут в закрепленном комментарии. Погнали смотреть видос. Ну что, друзья, всем добро пожаловать на MyCSGO. У нас на балике сегодня 7800 будет. У нас сегодня есть два новых кейса. Это кейс HTML, или MIL, или MILE, кто почитает, я английский не Фэпштейн. Выглядит так вот часы, механизм часов валяется, и вот такие топы скинчанские. Я чуть так медленно полистаю, покажу вам. То есть есть и медуза, и огненный змей, и акихабарчик есть, есть и гидропоника, и скоростной зверя ВП, поток информации как М-ка, так ЮСП, так и все, что остальное от Вилфайра, азимовы, ориончики, есть... Дигл, пламя и так далее. Топовый скинчанский здесь есть. Давай один раз попробуем его крутануть. Всего лишь один. И я вам покажу еще один прикольный новый кейс. Так, кстати, нам чисто вода. Он может очень хорошо стоить. 2308. Продадим его. Главное, что ушли. Небольшой плюс. Это самое главное. Так, кейсик новый в кейсах ютуберов. А точнее кейс блогеров. Soul Mining. Здесь у нас с вами есть двое перчаток и трое ножей. И остальное ширпотреб. Здесь что-то может выпасть как и плохое, так и хорошее. Я все время открываю либо по 5, либо по 10 такие майнинг кейсы. Давай попробуем по 5 откроем. Медленно вначале подкрываем пару раз. И потом можно открыть будет быстро. Так, давай. Здесь у нас падает ничего, вообще ничего, так сказать. Просто один ширп. То же самое ширп. Так, и сейчас один раз 10 открытий просто сделаем. И все, и уйдем отсюда. Потому что 10 открытий стоит дорогое удовольствие. У нас баланс не прям резиновый, чтобы сейчас растягивать. Просто попробуем что-то отсюда выбить. И возможно ли вообще что-то выбить. Ну. Ну, как-то так. Давай, два. Блин, хочу его добить, не знаю почему. Давай еще разок. Три. И один, да? Получается, чтобы четверка ровно оставалась, да. Все, уйдем отсюда. Не дало нам ничего. Так, давай кейс сахара откроем. Три раза откроем. Давайте три раза откроем. Что-то пробуем достать отсюда. Так, P250 вор нам падает, но это точно в минус. Давай дальше. Блин, ну конечно, блин, штук-нож градиент. Сколько он стоит и там? 61 тысяча, я бы, конечно, бы офигел бы. У меня нет не всегда таких классных эмоций. Там, вау, типа, супер. Ну, блин, мне очень нравится, когда падают крутые скинчанские. И... Не, ну нужно, конечно, всему этому радоваться. Потому что не всегда такое бывает. Так, давай попробуем майнинг. Убийство подтверждено. Два раза крутанем. Потом пойдем в азиму крутить. Ёшкин, матрёшкин, чуваки. Вот это я залетел. Нам падает одновременно. Два убийства подтверждено. Я просто хотел пару раз крутануть. Ну, как это описать? Давай тогда я нажму повторить. И еще раз быстро крутану. Просто уйду. Вдруг сейчас еще раз упадет. Конечно же нет. Ну, круто. Пойдем в азимов, как я вам до этого сказал. Так, азимов майнинг. Тут 10 открытий можно подкрывать по 123 рубля. Здесь чеченка падает P90, P250 очень часто. Поэтому можно здесь нафармить баланс. И даже выбить какой-то топовый скинчанский. Либо азимов, эмочку, АВП. Калашек можно, очень часто здесь падает. Ну, серьезно говорю, часто. Поэтому просто надо терпение, несколько раз подкрывать. Я думаю, сейчас со второго раза что упадет. Смотрите. Это был первый раз. И вот так вот медленно раз открываем. Ждем. И выпадает нам сейчас. Что нам выпадает? А, ничего не выпадает. Я хотел, знаешь, как экстрасенс. Ладно, вот сейчас, смотрите. У нас крутится, да? И прямо сейчас у нас что-то выпадет. 100%. Смотрите. Let's go.
просто крутится, и нам выпадает ничего. Ладно, давайте быстро. Короче, чуваки, смотрите, берем, открываем, и нам выпадает ничего. Блин, почему, когда я говорю так, то не выпадает? А вот ничего не говорил и выпало. Ну, как это работает, я не знаю. Так, еще раз, по 250, повторно нам упал. Это не может не радовать. Чуть-чуть балик копится. Так, по 250 тоже еще один есть. Еще раз по 250 есть. Отлично. Блин, надо еще, чтобы выпало по 250 или по 90, будет хорошо. Пойдем кейсики дорогие открывать. Потому что балик такой, мы не можем пойти сейчас и позволить себе открывать. Окей, давай попробуем тогда нюнуарчик. Здесь нюнуарчик у нас 4 пушки, но частенько дропается тот же самый авик, либо нюнуар юсп за 1000 рублей. Потому что они, ну, не сильно дорогие, их поменьше. Я тоже при 10 открытиях они часто дропаются, если сравнивать с азимов. Давай до 500 рублей здесь открываем. Ну, по-любому же кто-то вот здесь в строке вытянет с майнинга что-нибудь. Вот я в этом уверен. Блин, надо вот как будто, не знаю, чуйка вернуться обратно на азимов. Давай, да, вернемся обратно на азимов. Не знаю, 10 раз откроем до конца балика. Ну вот, ну как это работает? Я только говорю, надо вернуться обратно, и мне падает калаш. Ну вот, не зря вернулся, что сказать-то, верно же? Так, 420 рублей остается. Давай два разка. Откроем азимов и уйдем отсюда. Отлично, отлично. У нас два юспа и калаш там имеется, да? Отлично. Это очень хорошо, и это не может нас не радовать. Окей, блин, какой бы кейс нам сейчас крутануть? Тот, который я скажу, да, это крутой. А, у нас, кстати, есть с вами баллы. Вот эти вот, видите. Знаете, как их получать бонус на баллы? То есть, видите, кейсики, да, которые, где написано плюс бонус, а у вас копится постоянно при открытии бонуса. И поэтому, когда вы открываете, чем больше количество, чем больше цена, они постоянно у вас копятся, бонусные баллы. Потом вы идете, вот, чуть пониже, вот сюда вот. И открываете кейс. Посмотрите, вот у вас 1067 баллов. Black Edition. А, вот. 4 открытия, то есть 916 баллов. И можем с вами открыть, на халяву что-то выбить. И будет очень хорошо. Так, на сколько рублей мы с вами выбили? 303 рубля. Кайф, кайф. 151 рубль открытие стоит. Давайте за 111 откроем. 111 и выпало. То есть 1 к 1. Так, 812 рублей у нас как раз таки есть. Кейс сахара. Один раз медленно подкрываем. И нам выпадает... Ай-яй-яй-яй-яй, не докатится легион Анубиса. Я думал, вдруг он сейчас нам может выпасть. Будет хорошо. Давай. Кейс сахар, ну не подведи. Электрический уль, либо дизлэй спейс. Хорошо. Нормальный ган. Я даже его оставлю. Он красивый. Он красивый, с которым можно побегать и покайфовать. Так, 76 рублей. Куда я иду? Правильно, с ведрюем открывать. За 57 рублей. Хорошие кейсы, которые мне нравятся, которые может присыпать. Но не в этот раз он мне говорит. 33 рубля. Так, 53 рубля остается. Давай вот этот кейс откроем. Быстренько, один разочек. Ну, ничего страшного. Так, погнали смотреть, насколько у нас выпало. Let's go. Итак, нам выпало 2 юспа, калашик и эмочка. Общая стоимость 9220. Ну, кайф. Отлично. Плюс ушли. Это самое главное. Отлично. Вот такое, друзья, ребята, у нас открытие получилось. Я надеюсь, вам оно понравилось. Промокод Дэнс не забывай. И напоминаю, что все ссылочки будут в закрепленном сообщении. Ну что, до новых видео. Пока-пока.